7 декабря, Ялта. На улице весь день моросит дождь. Так тепло, нормально. Ветра нет, хорошо. Не знаю, может, у моря ветер. Ну, здесь в городе тихо, спокойно. Время 5:05. Собаки заждались. Где он? Где он? Мы есть хотим, его нет. Театр Чехова. Слева концертный зал, юбилейный, прямо набережная. Что тут у нас? 29 декабря есть, 27 декабря, 23 декабря, ясненько. В горах красивый лег туман и так парит, без ветра, все путем, все пучком. Там выключили. Такая тишина на набережной, так непривычно, слушайте. Мне даже нравится так больше. Волны слегонца шумят. Так, туристы ведут себя спокойно. Не носятся, не дерутся. Трезвые все. Видите, как в горах туманчик лежит. Красиво. Рочки плавают, чайки. Ворон пролетел. Море какое-то стальное такое. Блестит набережная. Чаечка полетела. Постоянно здесь сидит с воронами. Ну, собаки гавкают там впереди. Вот они сидят. Бонька с эклером. Смотри, один кусок взяла. Здрасте. Привет. Это приходила женщина, тетя Вера. Ага. Говорит это, скажите Олегу, что я рыжего покормила, а то он будет обижаться, что он не ест. Она говорит, 3 килограмма я сегодня принесла, подумала, что вы не будете. А что она принесла? Ну, дочь была. Нет, она подумала, что из еды что принесла? Говяжьи вот эти кадыки, вот эти вот, гортань всякую там, с жиром. О, там, это... Так они сожрали. Да что же, говяжьи обрезки. Они дорогие. Вот такое море сегодня. Приходила подписчица, кормить их, сказали. Наблюдает, наблюдает. Подписчика, местный, в смысле, Вера, приходила кормить их. Котыками, говорит, кормили. А что-то рыжик курицу ест после этих котыков, удивительно. Убежал, в обед еще убежал из дома.
Вороны, вороны. Че, рыжик, иди сюда поближе. Эти мой зато рыжик. Натя. Натя. Рыжик ушел бы оттуда. Ворон пинка сейчас поставит, и как в тот раз. На, поближе иди. Натя. Мелкие какие-то вороны прилетели. Мелкие прям. Ну, хорошо пошла. Где дружок? Барбос. Мелко, мелко поломал. На. Ох, и кусочек, скажет. Какой же смачный кусочек. Че, рыжик? Ты домой вообще собираешься? А? Или здесь останешься? Да, дед мусолок не доил ты. На. Тут чайки не летят. Удивительно. Че, рыжик идем? Рыбочек идем? Татьяна Николаевна Г. Помощь собакам. Наталья Николаевна С. За доброту животным люди не заслужили. Люди не заслужили. Непонятно мне как-то. За доброту животным люди не заслужили. Оксана Александровна П. Собачкам. Ирина Александровна Г. Вам на кофе. Будьте здоровы. Спасибо, люди, огромное за поддержку, за помощь собакам. Че, рыжик? Что, барбосик? Где дружок? Дружок где? Оставил мясо, жду дружка. Жду дружка, может, другие какие подойдут. Как же плиточка красиво блестит. Вот и набережная Ялта. Эклеры. Эклеры все рассказала. Кто приходил? Что да как? Что, барбосик?
Помылся немножко после дождя, да? Помылся. Рыжик задумался. Памятник как раз снова стоит, думает, как дальше жить, что делать. Репа чешет. Скоро Новый год, праздника не чувствуется, что делать, как быть. Барбос, у тебя глаза сегодня тоже грустные. Да. Поухаживай, Барбос, за молодым. Шипы ищи. Рыжик уже тоже. Смотрите, ну что, что? Куда? Получше, Рыжик. Так, Барбосик. Да поглажу, конечно. Что же? Бусик следит за набережной. Доброе дело делает. Погоняла завхоз. Грустный завхоз сегодня. Грустный. Бедная собака. Погладь, мол, погладь меня. У нас нарядная кафешка. 30% скидку у них после 7, что ли? Эклеры. Тебя не угощает эклерами, Барбос? Ты что же рекламу даешь им? Разляжется. Она его гладит. Эклеры. Все, толпа сбегается, она тут раз и сразу им по ушам. Эклеры. Барбос лежит на спине. Лапы кверху, народ собирается. Она тык-тык-тык раздала быстренько листовки свои. Все путем. Бабло делают на вас, собаки. Эклеры. Луна круглая такая, смотрите. Лунная дорожка. Сейчас с телефона сниму. Ешь, не бойся. Как боится. Собак напугался. Не бойся. Пошли, Рыжик, пусть ест. Пошли, Барбос. Пойдем, провожай. Пошли, Барбосик. Проводишь нас. Чего зеваешь? Играться хочет со мной. Ах и Барбос. Вроде взрослый, играться хочет. Барбосу лет 8. По зубам не скажешь, зубы молодые, как у Рыжика. А кто тебе сказал, что тебе 8? Интересно знать. По
подсветочка внизу. Классно. Тут вьюны, розы летом. Куст такой красивый, красный. Фонарики и барбос. Барбос поливает куст. Девушка прошла. Туманом все покрылось. Как фугануло. Вэпом. Столовый смак. Шахматы играют и кухают. Дары Крыма. Как же мне нравится после дождя эта плитка. Красиво. Белка спит. Рыжик, иди проведай, жива ли наша, то есть белка. Кудряшка. Барбос, ты лишка дал, слушай. Боткинскую прошел уже. Домой иди. Вернее, куда где-то, куда домой. Иди на набережную, Барбосик. Че ты, говорит, его показываешь с тонкими ножками? Посмотреть бы на твои ноги. Сволочь. Да-да, есть, Барбос, такие люди, которые недовольны тобой. Что за ноги у него будут худые? Ёпарасоте. Взрослые люди, надо же такое сказать, написать. Жесть полнейшая. Это тоже тебя идет, да? Провожать идет. Это тоже к тебе идет, говорит, бедная женщина. На набережной в двух местах сейчас остановилась, менты ее прогоняют. На Пушкинскую пришла. Сама вяжет это носки шерстяные. Че, кому она мешает? Ну, законы у нас какие-то. Человек остановился, маленькому ребенку там что-то дает. Они в двушке подошли это и глядят на нее. Что ж там ты даешь? Может, нам дашь? Ну дай кусочек, мы голодные, блядь. Мы очень голодные песики. Бездомные мы. Дайте нам кусочек. Зато Барбосик симпатичный. Смотреть бы на твою личку тоже. Подписчица. Смотреть бы на твою личку. Красавица, наверное, писаная. Представляю, Барбос такой и подписчицу на лавочке беленькой. Идемте! Так и не отходит от них. И мы такие сравниваем, кто из них красивее. За Барбоса проголосовало 99%. Орало вы, короче.
Че, Рыжик, там перепало тебе? Рассказывай. Кусты пошел. Барбос сопровождает их теперь до остановки, будет сопровождать. Вот девушка с маленьким ребенком. К ней они подходили. Смотрите, Барбос, почему ворота, мол, открыты здесь? Почему не под ключ? Закос. Выходите оттуда. Быстро. Компания. Компания блатная, да? Барбос репу чешет, почему так халатно относится к своему заведению. Ворота настежь. Где замки, где ключи? Что за дела? Вот еще один, блядь, любопытный. Ну иди, сходи. Браслетики сейчас оденут тебе там. Пойду дальше посмотрю, что на набережной творится. На Пушкинской. Давно не было. Безответственные люди. Барбос недоволен. Много предъяв. Проголодались? Покушайте. Нет, не хочет. Пошел зарывать. Я его прям все повадки знаю. Барбосик, давай покушай. На, иди сюда. Это мой Барбосик. Замечательный песик. Айди, Барбосика. Кушай, дорогой. На базаре все дорого. Да-да. Кушай, Барбосик. На базаре все дорого. Барбосик еще изволил искушать. Тя, Барбосика. Покрусти, малеха. Ага. Не уронишь. Ну вот. А ведь не хотел, да? Носиком воротил. Ох, и смачный кусочек. Или на Спартаке вкинем. Речушка шумит. На Гоголя все ремонтируют. Ту же плитку ложат вдоль реки. Наверное, надо было сначала плитку положить у реки. Столько всю грязь вытащили теперь все на асфальт. Смотрите, тут все старое. Плитку сняли, поснимали. А нет, а что? А здесь асфальт ложат. А почему не плитку? Странно. Асфальт положили, слушайте. Вот метров 400 до набережной асфальт ложат, не плитку. Удивительно. Асфальт, наверное, дешевле. Барбос проверяет, что за плитка. Откуда вестима? Пошлите, собаки. Пушкинская очень хорошая улица. Водиться не хочешь и спить, Рыжик? Ты ж там раньше воду пил. Запрыгнул в другом месте. Ох, Рыжик, блин. О, ковер на блынь, посмотрите.
Ох, который и видит. Я подожду, не торопись. Замечательное покрытие, да, рыжик? Как на траву похоже, да? Ага. Барбос, а вы не желаете запрыгнуть? Ялтинских собак, по-моему, не жизнь, а малина. Ходят, цены разглядывают по магазинам, шмотки. Удивительные собаки. Все замечают. Все замечают. Ничего не пропустят. Индийские вещи здесь продают. Барбос сейчас сюда подходил, ремешочки приглядывал. Че, Барбос, не понравилось? Надо же. В католическую церковь пошлю собаки. Я в шоке. Белый кот дорогу перебежал. После дождя ветра нету, как бы так хорошо гуляется. Смотрите, как переливаются листья. Как камуфляж какой, да? Вот не просто вот такая расцветка, наверное, у дерева. Как камуфляж вот солдатский. Народ есть. Слушайте, откуда люди, я вообще не знаю. Откуда они вообще? Может спросить, откуда вы? Барбос, спроси, откуда, откуда они? Брендовые очки. Какая девушка симпатичная пошла. Шубки бежевые. Видите рыжика? Кто найдет рыжика? Да я сам нашелся. Капельки дождя переливаются на сосне. А что у тебя в руках? А может, дашь кусочек? Молодец, маленький парень. Молодой человек, малорик. Рыжа, все, пошел за ней, все, все, все. Сейчас и в троллейбус. Вот Барбос проверяет двери в троллейбусе.
Поищи блоху рыжика, барбос. А вы куда собрались? А? Куда вы собрались? Пошлите. Вы хотели уехать без меня? Вы даете собаке. За 100 рублей продают мандарины. Барбос не пошел. Правильно сделал. Здесь бы нам пришлось расстаться. Да, пошли. На троллейбус. Рыжик. Неохота ему домой. Неохота. Не нагулялся он. Смотрит в ту сторону. Барбос, мол, остался. На остановке он стоит, отсюда вижу. Бляха-муха, а? Как же этого барбоса жалко-то, господи. Он среди людей встал на остановке и стоит. На автобус глазеет. Действительно, Рыжик, тебе повезло. Ты даже сам не понимаешь этого. Как тебе повезло. А мне-то как повезло. Приобрел друга. Общаемся. Не скучно. Еще не знаю, кому больше повезло, Рыжику или мне. Эй, грусти, Рыжик. Еда есть у нас. Что нам еще надо? Жилье есть свое. За хату платить не надо. Уже хорошо. И такой квартиры, как у нас, маленькой, могло бы и не быть, Рыжик. Понимаешь? Какой красивый автобус. Дети написано. Какой красавчик. Ты что, на нем хочешь? Рыжик. Рыжик, автобусы нравятся. Красивый автобус нравится Рыжику. Аэробус. Барбос с понятиями, он не обиделся, то что мы сейчас уедем. Он все знает. Всем спокойной ночи.